Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все так же 7 июня. Сегодня у нас с утра было солнце, потом град, проливной ливень и такой шторм. Сейчас остался только ветерок. Я и мои томаты, мы чумазые, после этого, но счастливые, что пережили еще один град, третий по счету. Ничего с томатами не случилось. И целые завязи вот в открытом грунте. Я, как всегда, пришла снова их подвязывать, потому что эти высажены рано. Вот это индетерминантные сорта, они уже начинают падать, нужно их подвязывать. И подвязка все никак не удается. То у нас ветер вот такой ужасный, то у нас дождь, то у нас град. Но сейчас начну подвязывать и посанковать. Ничего, главное, интересно, после этого града даже не осталось... Помните, я вам показывала, о, птички закакали, конопушки. Даже конопушек не осталось. Ну, скорее всего, потому что в тот раз, когда град нас бил, они были еще молодые растения, и листики пробивались, и оставались пятнышки. А сейчас их уже молодыми сложно назвать, потому что они, видите, уже все в томатах, в завязях. И поэтому, вероятно, листья стали уже такие грубые, более такие... Ну как, более стойкие, вот к ударам, ударопрочные, все. Ничего у нас не пострадало, но страшно было очень. Так было страшно, особенно когда гремел гром. Казалось, что сейчас как даст, тем более у меня здесь эти палочки железные, они же как громоотвод, как шандарахнет. Все, до свидания. Наконец-то день 7 июня заканчивается. Сегодня день был суматошный. Высаживала огурцы в открытый грунт, подвязывала вот томаты. Был град, был ветер. Ну, как всегда, все закончилось хорошо. Все. Желаю вам, чтобы вас обошел стороной и град, и любые непогоды. Чтобы вы вовремя все делали. Вот мне нынче вообще погода не дает работать. У меня столько желания, столько сил. Я прям хочу работать. Только выйду, меня угонит то дождь, то град. Не дают полноценно работать. Все.